Рассматривая каждый портрет в серии «Мрамор 2», действительно понимаешь, насколько сложно искусство фотографии. Художник Юрий Молотковец считается ведущим фотографом Эрмитажа. Его фотографии составляют основу более 200 альбомов и буклетов, посвященных коллекции именитого музея. Правильный баланс света и тени, ракурс, крупные кадры. На фотографиях каменные скульптуры кажутся живыми. Поехал в Гатчинский дворец, посмотрел всю коллекцию. Она очень разнообразная, потому что она связана действительно с какими-то персоналиями именно Гатчинского дворца, с русской историей, с императорами и с античностью. В общем, короче, такая разнообразная коллекция. Но я решил их объединить тем, что я буду снимать их как неких жителей Гатчинского дворца, как живых персонажей, как бы неважно, каких они эпох, но просто такое некое портретирование скульптур. В коллекции «Мрамор 2» несколько десятков портретов классической скульптуры. Это продолжение двух предыдущих проектов автора – «Новый Эрмитаж» и «Мрамор». В Архангельске выставка открывает большую серию проектов, посвященных современной фотографии. Посетить ее архангелогородцы смогут до середины октября. Я думаю, что она будет интересна всем желающим, даже далеким от профессии фотографа, потому что это настоящие шедевры, потому что все скульптуры как будто живые, это настоящие портреты. Здесь и красота, здесь и даже ужас, здесь и психоделичность, здесь и эстетика. Это настоящее наслаждение для вашего глаза. Перед открытием выставки Юрий Молотковец провел мастер-класс для архангельских фотографов и фотолюбителей. Звание фотографа Эрмитажа – одно из наивысших в этой профессии, а потому и поделиться художнику было чем. Рассказывал про все мельчайшие подробности фотосъемки, начиная от идеи проекта, заканчивая его техническим исполнением. Эти фотографии, они, конечно, такую радость принесли. По крайней мере, в Архангельске это первая такая выставка. Надеемся, что еще будут приезжать. И удовольствие, большое удовольствие. Потому что не каждый может попасть в Петербург. Я вот ездила сколько раз, посмотрела. Ну, вы представьте, сколько миллионов экспозиций там, да? Это все не пересмотреть, он даже сам сказал. Но еще представить фотографии – это просто чудо. В столицу Поморья Юрий Молотковец приехал впервые и, по его собственному признанию, увидел много интересных мест для возможных проектов. Каких конкретно, мастер пока раскрывать секрет не стал, но пообещал. Если в будущем вернется в Архангельск, то обязательно попробует их реализовать. Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, Архангельское телевидение.